Здравствуйте, дорогие мои ребята! Я вас рада приветствовать на моем канале. Мы сегодня снова сплетем очень интересный, очень простой, очень легкий браслетик, который будет ярко выглядеть на вашей ручке. И плести мы его будем при помощи рогатки. Итак, поехали! Для плетения этого браслетика я буду использовать резиночки белого цвета, из которого у меня будет состоять основная цепочка, и резиночки других цветов. Итак, берем рогатку. И накидываем первую резиночку, это резиночка белого цвета, на 2 столбика и прокручиваем восьмерочкой. Затем я беру снова резиночку белого цвета и накидываю снова на 2 столбика. И скидываю нижние резиночки с левого и с правого столбика при помощи крючка. Перекинули. Опускаем. Теперь уже приступаем к плетению разноцветными резиночки. Начну я плетение с красных резинок. Итак, беру 2 резиночки. Первую резиночку я накидываю на левый столбик, прокручиваю в один оборотик. Так. И вторую резиночку накидываю на правый столбик. Точно так же прокручиваю один оборотик. И теперь я сверху накидываю белую резиночку. При помощи крючка мы сначала скинем красные резиночки со столбиков. Так, расправим все аккуратненько. И затем уже скидываем белые резиночки. Вот, готово. Итак, берем следующий цвет резиночек. Это у меня резиночки оранжевого цвета. Первую резиночку накидываю на левый столбик, прокручиваю в один оборот. И на правый столбик. Прокрутили, накинули. Берем белую резиночку, накидываем на 2 столбика и скидываем оранжевые резиночки на середину. Слева и справа столбика. И немножечко так поправим. И затем уже скидываем нижние белые резиночки с 2 столбиков. Опускаем. Так, берем следующие желтые резиночки. Накидываем на левый столбик. Затем на правый столбик. Сверху накидываем белую резинку. И скидываем желтые резиночки. Раз, два. И затем уже белые резиночки. Готово. Если у вас резиночки перекручиваются, вы потом их расправите, поправите, и они у вас хорошо ляжут. Итак, продолжаем. Зеленые резинки. Накидываем на левый столбик, на правый столбик. Готово. И сверху белую резиночку. Скидываем зеленые резиночки и белые резиночки. Так, следующий цвет у меня синие резинки. Накидываю на левый столбик, на правый столбик. Сверху накидываю белую резиночку. Скидываю синюю резиночку слева с правого столбика и затем белую резиночку. Раз, два. Готово. И фиолетовые резиночки. На левый столбик и на правый столбик. Затем белую резиночку. И перекидываем. Так, раз. Два. Вот смотрите, как мы быстро уже проплели такую вот довольно большую часть браслетика. Я сейчас постараюсь доплести определенного размера и покажу вам, как его завершить. Я уже закончила свой браслетик. Вот такая вот красота. Теперь давайте его завершим. Итак, накидываем последнюю белую резиночку на 2 столбика. И скидываем резиночки нижние с левого и с правого столбика на серединку. Затем я беру клипсу-застежку, накидываю на эти две резиночки, которые сейчас находятся на рогатке. И снимаю резиночки с рогатки. И затем соединяю с другим концом браслета. Вот эта петля. Делаем такое вот колечко и заводим в эти две резиночки крючок.
Вот он, вот этот браслет. Получился шикарный, миленький, очень простой и очень яркий. Надеюсь, вам этот мастер-класс понравился. А я сейчас перейду к вашей любимой рубрике «Передай себе привет». И летит приветик Полине Сущениной из Красногорска, Евгении Буковой, каналу «Булочка с корицей», Артему Маленьких, Екатерине Кузнецовой, Александре, каналу «Анна Шоу», Ане Кросс и ее маме Лене, Лауре Барышевой и последний привет Василисе. А если вы хотите услышать свой привет в следующем мастер-классе, то оставляйте быстренько сейчас заявочку под этим видео. А я с вами хочу попрощаться. До новых встреч. Пока-пока!